Мы находимся на конференции в Монреале. Доброй ночи, дорогие друзья. Я знаю, что меня не было давно слышно. Я отвез в Нью-Йорке, и мы не кисло там залипли. Сегодня здесь, в Монреале, в этой бизнес-атмосфере, мы будем прикалываться и брать пресс, устроим небольшую пресс-конференцию для Раджа. Радж, здорово! Где Радж? В квартале времени теряем. Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, о чем бы вы хотели меня спросить? У вас на все про все 3 минуты. Поехали, дайте огню, пожалуйста. Как часто вам приходится просить огня у первых встречных? На самом деле я это делаю очень редко, потому что я имею всегда на кармане зажигалочку и подкуриваюсь очень как бы без проблем. Но сегодня, в свете некоторых вот таких вот неприятностей, я остался без огнива и приходится вот просить у первых встречных. Хотя эти же первые встречные абсолютно не первые встречные. Пожалуйста, следующий вопрос. Как на твое творчество повлиял Zool Nation и вся фэмэль? Как вообще джаз-рэповое направление? Саунд-провайдер с последним ушкой сделал вещи, а-ля трек, мэсты. Вопрос, конечно, понятен. Я скажу, что как повлияло, как? Ну накрыло, блядь, просто плотно, блядь, вот как бы. Накрыло, и все, блядь, вот и понеслось. Как бы, что влияло, не влияло. Влияет как бы только, я не знаю, наверное, эти... Ну нет, вот эти вот штуки, вот, которые в банках, знаешь, там курсы такие вот эти, вот они влияют на что-то. А как может повлиять? Просто накрыло с головой. И пиздец, блядь, я унес его вдаль. Саня, здорово. Это Женя, смотри. Братуха, приезжай к нам в гости. У нас классно. У нас, я не знаю, ты план куришь. Нет, у меня велосипед есть. Мы тебя посадим на велик. Кататься. Я знаю, ты это любишь. А еще мы с тобой вместе пойдем, пройдемся по улице Монреаль. Непременно, я тебе отвечаю. И мы найдем эти винилы, которые ты хочешь, эти несчастные 3 позиции. Мы просто залезем вот к самым коллекторам, которые вот невообразимо куда-нибудь в жопу со мной залезем, но найдем. Еще, Санек, я тебе тут сварганил небольшую передачку. Вот. Ну, такой, с индийского ресторана, короче, тема. Вегетарианская. Классно. С лучком. Ну, я надеюсь, ты приколишься. Спасибо еще раз за подгон большое. Вообще очень рад видеть ребят из UGV. Еще остался Зорик и ты. Так все клево. Зебра тут нас уже покатал по городу сегодня. Мы сняли шикарный лиму и проехались вдоль речки. Потом заехали в ресторан, тут конину дают. Прикольно, пожрали так нехило. Я у тебя бутербродик как раз варганил с копытом. Вот. Ну еще хотелось бы передать привет вообще всей Москве, кто меня там знает, слышал, может просто на фотках видел. Я сейчас растолстел чуть-чуть, так что ну, фотки уже другие, чем видео. А сейчас с ночным видением, да, снимаешь? Я сейчас страшно зеленый. Ну, всем большой привет. Хочу еще передать большой привет в Питер. Всем пацанам, всем реально пацанам, всем. Всем. Ну, конечно же, блядь. Всем, вот всем. Ну, а хочу передать привет Смоки. Хочу передать привет Крэкам, Марату, блядь. Блядь, Tough Production, man. Просто Tough. Найди словарь, это слово, найди Tough. Просто руль. Тяжело, сложно. Конечно же, Фьюз, бля, брателла. Я не знаю, да я думаю, ты увидишь это. Вот. Ну, живется нормально, все хорошо. Приезжайте просто, пацаны. Конечно же, стручу грибы, бля, без базара. И, конечно же, кому еще? Маэстро Эсиду. Потом я передаю привет Жеке Обойме, бля. Вот, кому еще? Северодвинск, пацанам, вообще классные чуваки. Краснодар, пацанам, вообще реальные пацаны. Конечно же, группе Каста. Йоу, Влад, я тебе хотел передать маленькую... А ты все равно не увидишь, пусть. Короче. Не, я ему собрал что-то другое, я ему там спицы собрал.
Масло можно послать. Ну, мне реально есть на него пластиночка, я бы хотел ему передать, не знаю. Я уже вручную. О, нашли машину. Ништяк.